Так, сейчас я буду готовить ликер кубанский. Для этого я возьму клубничное вино и вылью его в бокал со льдом. Вот так. Потом я возьму ликер, банановый ликер из наших кубанских бананов. И, собственно, тоже добавлю его сюда. Вот так. Теперь остается только бросить сюда немножечко мяты и трубочку. Все это перемешать и наслаждаться вкуснейшим кубанским ликером.